ты что-то делаешь? Тогда поставь ты камеру. Всем привет. Короче, ребят, всем привет. Мы сейчас с братом поедем в деревку. Может быть, что-нибудь для вас снимем. Вообще не знаю, вообще видите вы это или нет. Но мне пофиг, потому что мне просто прикольно снимать. Короче, вот, он пошел пока что пописать домой. А я сижу в тачке и жду его. Давайте-ка мы немножко пошалим. Пау-пау. Врубаем интернет. Заходим в ВКонтакт. Как нам включить? Не знаю, просто попробуем все понажимать. Смотри, меня вчера остановили гаишники, короче. Ничего, все, я не пропустил пешехода вчера. Потом, когда мне гаишник приходил, этот, подходил, у меня висеточки стоят. Смотри, я ее отдирал, она вот тут все кривая стала. И тут я еще где-то сорвал. Да, я ее успел снять, но я не знаю, он заметил, наверное, потому что я дверь открывал, а он такой, где-то я тут сетку удираю. Ты сказал, что мы едем на дачу? Да. Не знаю, будет ли что снимать на даче. Ну, может быть, там что-нибудь веселенькое. Да. Что за песня, ребятки, скажите мне в комментариях. Всем привет! Трипи-рэп, пацаны! I kick it up, fuck mad shit, kicking up speakers, freak it easy on my plastic. Bad shit with true feet and breezy on the couch at the back of the room. We can practice a Привет! Мам, мы теперь влог снимаем. Йо, what's up? Чё как? Ничего ты как? Всё, мы боец. Вот наш домик. Он причём был построен? Когда? Давно. Лет 17 назад. И он до сих пор очень даже неплохо смотрится. Очень секси, очень уютно. Деревенский вайб, то есть нету такого, типа, понимаете, да? Ну, можно, конечно, коттедж построить и ехать туда жить. Но у нас такой чисто дачный вайб. Ни грамма асфальта нет на участке, все такое. Как выглядят скутеры? Вот как выглядит наш скутер. Его разобрали весь. Короче, Дэну взяли скутер, и он не работает. Но он заработает. Да, но он заработает. Так, мобоец, вот наша банька. А тут что, я даже этого не видел. Будучи без жены, мне себя холостым. Окей. Я у мобоис, короче. Весь день шел дождь. Сейчас мы вышли под вечерок рубить дрова, да, Денчик? Да. Денчик рубит дрова. Денчик рубит дрова. А я буду просто снимать. Ну, Денис, да что ты делаешь? Да поставь ты камеру. Че ржешь? Ясно. Overdose, slow smoke, dope, don't choke. This lucid psychosis, kitty cat broke. Dip leaking out slow, get the most so flocious. We about both, keep it breathing, keep it dark. We can spark trees and I won't see. Я не знаю, видно или нет. Так красиво, яу. Не видно, наверное, ни хера, потому что это экшн-камера. Я, знаете, что вот, тут понял, что я наконец-таки испытал настоящее чувство ностальгии, потому что все такие, знаете, маленькие такие промежуточные нотки ностальгии, это все херня по сравнению с настоящей ностальгией, мой пояс. Потому что, камон, сейчас, секунду. Потому что сейчас
всякий раз, когда я приезжаю на дачу, вот это чувство ностальгии, оно настолько мощное, настолько настоящее. Ностальгия может вызываться, наверное, если у вас с этим местом очень-очень много чего связывало, много в памяти осталось. И вот когда я приезжаю на дачу, если я остаюсь тут один, это жесть просто, я начинаю думать вообще о том, что тут было. У меня прям так душа наполняется, короче. Это становится так клёво, потому что тут много моментов, много всяких моментов летних. Как я тут сидел с компьютером. Помню, сюда мы компьютер возили, чтобы я поиграл. Помню, как меня заставляли читать книги в школе. А я не хотел читать, но пытался это делать. Короче, много всего интересного. Много друзей сюда приезжали, всегда оставались тут с ночевками. Йоу, это очень круто. Да, жизнь идет на поезд. Ой, немножко меня пробило что-то, ребят. Я на самом деле не знаю, что вообще получилось из этого, ребят, потому что такой суматошный день на самом деле. Просто меня много кто просил поснимать влоги. Я не знаю, насколько это интересно вообще получилось. Насколько он, я думаю, он очень быстрый получился. Не знаю, может быть, я, конечно, еще что-нибудь поснимаю с дачи, но не факт, короче. Вот, потому что погода плохая, и как бы придумать-то особо нечего. Вот, а так, я на самом деле, если вам понравилось, я намерен выпускать еще, почему нет. Улучшать, естественно, все это дело. Блин, как красиво вообще, капец. Тут ничего не будет видно, конечно. Если будет, то замечательно. Небо вообще бомба просто. Так что, ребятки, если вам понравилось, пожалуйста, лайкните, сделайте все красиво. Папа у меня завел пилу какую-то, или что это, я не знаю. Йома бойс, ну вот на этом и все. Скажите мне, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне дальше выпускать влоги. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы так хотите, пожалуйста, смешните по этой кнопке. И если вы на этом канале впервые, подписывайтесь на меня, потому что здесь самые четенькие видосики, самый четкий схват у нас зависает, да, мобойс? Йоу, Куртнизиров, спасибо тебе большое за комментарий. Это очень красиво, достоин миллиона, не знаю, парни. 5000 точно достоин, поэтому, кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Если вы также хотите попасть ко мне в конце видео, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на меня. И подписывайтесь на меня в инстаграме MoBoys. На этом все. Слушайте грамотную музычку, качайте и раскачивайте, живите весело и дружно. Живите весело и дружно. Come on, MoBoys.